В моей семье очень любят горох, и гороховые супчики, и гороховое пюре, особенно пюре. А мне очень нравится его готовить, это ведь просто и сытно. Если не пробовали, то обязательно приготовьте. Делюсь очень простым рецептом, как приготовить гороховую кашу-пюре. Готовится очень просто, а получается кашка очень сытная и ароматная. Это самый простой вариант приготовления. Иногда я могу зажарить лук и морковь, добавить их ближе к концу варки. Так получается еще вкуснее. Подавайте такую кашу в качестве гарнира с котлетами или мясными блюдами. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Горох 1 стакан, вода 2 стакана, соль по вкусу, масло сливочное по вкусу, количество порций 3-4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!